Вечные скидки. Всем привет! Сменить обстановку летом можно без особых материальных затрат. Достаточно взять палатку и отправиться с ней на берег озера. А если палатки нет, самое время ее приобрести. На многих сайтах предлагают огромный выбор всевозможных палаток по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Палатки бывают туристические и кемпинговые. Если для туристических палаток важны малый вес и компактность, пусть даже в ущерб комфорту, то с кемпинговыми все наоборот. Лучшая палатка для кемпинга просторная и комфортная. Ее вес не слишком важен, ведь кемпинг подразумевает путешествие на автомобиле. Основной критерий выбора – чем больше, тем лучше. Смело рассматривайте четверки на двоих, шестерки на четверых. Это как в квартире, лишних метров не бывает. Представьте, что вам придется целый день провести в палатке, потому что на улице дождь. Внутренний объем должен быть таким, чтобы вся ваша семья или компания могла с комфортом расположиться внутри и не стеснять друг друга. Поэтому определитесь, в каком составе вы планируете путешествовать, и выбирайте подходящие габариты. На сайте Decathlon шестиместная палатка для кемпинга сейчас продается за 6499 рублей. Параметры 2,5 на 2,5 метра. Высота 2 метра 15 сантиметров. Легка в сборке, оснащена тремя противомоскитными сетками, фильтрует ультрафиолетовые лучи. Устойчива к промоканию. На сайте Озон трехместная палатка сейчас предлагается со скидкой за 5850 рублей. Ее прежняя цена 8460 рублей. Конструкция палатки двухслойная, геометрия полусфера. Внешний тент имеет полиуретановую пропитку, которая защищает палатку от промокания даже в сильный дождь. Все швы проклеены. Спальная комната имеет внешние размеры 220 на 220 сантиметров, плюс просторный тамбур, высота 140 сантиметров. Дно палатки выполнено из плотного армированного полиэтилена. В сложенном виде палатка имеет компактные габариты. Внутри палатки есть кармашек для мелочей и петельки для фонарика. Внутренняя спальная капсула из дышащего материала, и на ее стенках не образуется конденсат. Москитная сетка на всю дверь внутренней палатки. На сайте Topshop трехместную палатку Greenwood сейчас можно купить за 3822 рубля. Она обладает внешним каркасом, имеет вид полусферы. Легко и быстро устанавливается в течение нескольких минут. Палатка выполнена из полиэстера, благодаря чему обладает повышенной прочностью и долговечностью. Специальная проклейка обеспечивает герметичность швов. Предусмотрены вентиляционные окна. Для комфортного пребывания оснащена противомоскитной сеткой. Палатка имеет защищенное от воды дно, выполненное из полиэтилена. Модель обладает легким весом и компактными размерами. На сайте Sportmaster четырехместную палатку Outventure сейчас можно купить за 8499 рублей. Подходит для кемпинга и выездов на природу. Конструкция с большим тамбуром позволяет комфортно разместиться компанией до 4 человек. Материал тента выдерживает сильный дождь. В модели предусмотрен просторный вместительный тамбур со съемным полом. Высота палатки позволяет стоять в тамбуре в полный рост. Прочный каркас палатки способен выдержать большую нагрузку. На сайте CityLink трехместную палатку «Тотем» предлагают за 5890 рублей. Палатка оснащена тамбуром, предусмотрены вентиляционные окна. Швы проклеены, палатка имеет защищенное от воды дно, выполненное из полиэтилена. Модель обладает легким весом и компактными размерами. А теперь поговорим о формах палаток. Они бывают тоннельные или полубочки. Самая просторная конструкция с большой жилой площадью и огромным тамбуром. Недостатки ее в низкой устойчивости к сильному ветру и необходимости обязательно растягивать и закреплять колышками, то есть установка чуть более трудоемкая. Но если вы не переезжаете каждый день на новое место и не собираетесь ставить палатку в высокогорье, эти минусы не слишком критичны и компенсируются внутренним простором. Куполообразные или полусферы – самая надежная конструкция. Такие палатки ветроустойчивые, стоят без растяжек и просты в установке. Жилое пространство у них обычно меньше, чем у полубочек, но бывают исключения. Двускатные или шатровые – эта форма считается устаревшей. Такие палатки сейчас почти не встретишь. Тем не менее, некоторые бренды продолжают их выпускать. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!